сфере, как вы помните, в прошлый раз я там убился, сейчас я там обыскал, у него там все равно ничего нет, там я уже обыскал, достал вот это вот оружие, как видно, был автомат Калашников, только после попадания аномалии он стреляет теперь другими патронами и много других свойств имеет. Ладно, хорошо, что мы сегодня сделаем, мы сегодня пойдем на свалку. Ну, как обычно, по обычному сталкерскому сюжету, мы тут отобьем бандитов, потом тут тоже отобьем бандитов. Потом заберем, тут вроде, да, найти ПДА у бандита, вот он. Отберем, потом пойдем в Агропром, и там уже по сюжету, обычному, как в день Чернобыля. Все, как обычно, с самого начала. Потом уже пойдет уже другие сюжеты, после прохождения основного, который стоит в этих... В обитим зла. Так, тут собаки, надо немного пробежать. Надеюсь, тут в аномалии нету на дороге, а то я не замечу, и все. Все на этом закончится. Да, пока-то как-то пусто, там, надеюсь, не знаю, там обычно либо военные, либо бандиты, либо сталкеры. Надо, сталкеры еще не захватили эту точку. И, скорее всего, там либо бандиты, либо, кстати, там... труп, но я к нему не пойду. Либо бандиты, либо военные. Хотя там, может быть, вообще никого нету. Я лучше на изготовку оружия возьму. А, одна цель есть, и причем неопознанная. Ну-ка. И не контакты. Да, бандиты. Торговец. Там торговец есть. Ну-ка. Сейчас покинему их. Это автомат. Я тебя попал. Должен был упасть. Все, один сдох. Ну как сдох? Он, наверное, ранен. Ну давай, давай. Сколько у вас там? Главное, чтобы за задницу собака не оттяпала. Давай, давай. По-тихому. Хотя я, кстати, взял доктора ЗДН, который я должен лечить вообще всех людей. А хоть враг, хоть друг. Так, ну я же знаю, там еще... А, там надо торговец и этот чел. Эй, кореш, помоги! Я с тобой одну пайку ломаю! Помогите, ладно, ладно, если мне сказали... Мне. Есть полезная информация? Ну вот, мне песня доктора, да, меченый. Так, не нужно лететь людей, а давать им аптечку, носи всегда с собой запасные аптечки, чтобы ты мог помочь не только себе. Там, вроде, все, там торговец остался. Ну тебя что не учили? Нельзя в людей ствол направлять! Нормально. Ты себя повел вообще нормально или как? Ты даже мне аптечку. Странно, кстати, я возьму... ПМ-ку, если тут торговец, и этого чела обошел. Так, тут булочка. А где твое оружие? Уже забрали, ладно. Так, торговец. Аким. Чего это все испуганные какие-то вояки жить не дают? Ай, наемник территорию мечет. Вот ты иронизируешь меченый, а я слышу, что в зоне появился какой-то маньяк людей. Это по типу носил, убивается, исчезнет, а потом специально оставляет следы своего преступления. И самому главное... подсказки на тайнике и на свои будущие злодеяния. Это вот тех тайниках одного берут, известно, может что стоящий, а может и отрезанная голова. Да-да-да. Да брось ты. Я только за неприятный, ну всякий. Привет, а ты кто? Привет, я бывший военный, вот теперь торгую немного места по проходному товару, у меня специфический и дорогой капсул для активации аномалии. Есть еще кое-что, если будет нужно, обращайся. Но я смотрю, многие военные торговцы идут, не сладко на Украине погонах, тебя как сказать, меня зовут меньше, а что это за капсул? Меня зовут таким, приятно было познакомиться. Да, погода иначе не сладкая, полстраны сейчас торгуют, продают, покупают. Там должна быть информация. А из оружия. И какая цена? 120 тысяч? Не дороговато тебе, что если нужно, бери, не иди с богом. Так, какое у тебя есть? Это что такое? Капсула до аномалии? А, это капсула до аномалии. Интересно. Это же жп-мячок, бойцовские перчатки. Блин, я не могу его отдать. Оружие. Вот это очень плохо. Так. Например, если нет, я могу еще носить с собой оружие. Да, торговца, да, бармена.
Ладно, пойдем дальше. Тут ничего нету. Только телевизор. Я могу с собой таскать телевизор. Не знаю, там вроде работа, походу, китайского производства. Ну ладно, я сташу телевизор у тебя. Че поделать? Все же мы люди. Ладно, перехожу на агропром. То есть какой на агропром? На... Ладно, и вот я на сволке. Тут я как помню, бандиты должны быть. И типа они... Я должен им помочь в одном дельце. Блин, я не успел. Отлично, меня сразу убили. Окей. Ладно, дубль второй. Надо, может, кинуть дымовую гранату туда? Или что? Не надо, его все равно убьют. Ну да. Блин, оружие заклинило. Их там еще двое. Блин, они спрятались. Это нехорошо. Сейчас надо у меня прибывают. Какое это слабое оружие вообще. Нет, скорее не оружие слабое, а пули слабые. Отлично. Это что было? Чё он свёл рукой? Так. Это мне обязательно нужно. Бандиночка пилаж. А, кстати, надо бинты с собой брать. Так, что у тебя есть? Новичок. Ну, у тебя как обычно. Как бы не гранату взяла. Мне это не нужно. Я не буду вылаживать, ладно. Так, у тебя это все нужно. У тебя это все нужно. Так, оружие у меня есть. Точнее, патроны. Тогда бежим на свалку. И предлагаем свою помощь. Так, убирай. Ну да, это как обычно. Помочь, помочь у вас тут, я помню. Пошла пасхалка есть. Давай, разбивайся. Да, патроны, я не знаю, надеюсь они подойдут и до моего оружия. Чё-то маловато патронов, эй. Было больше в оригинальной игре. Нехорошо, нехорошо. Ладно, всё, растащили что ли? Всё растащили, эй, это моё. Всё растащили. А, нет, у этого нет. Да, я возьму с собой на всякий случай. Так, а у вас в ящике есть что-нибудь? Не, ничего нет, ну вообще. Я не знаю, с таким оружием драться. В принципе, у меня, конечно, есть и другое оружие. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Я понимаю, это такое. Да, конечно, свои наверняка, вы что делаете? Вы мратерствуете? Они уже начали стрельбу. Все, провалено задание, отбитый рейд, отлично. Но это уже не я виноват. Сами тогда деритесь. А вы кто? Вы похожи на Дегтярева из этого Зова Припяти. Нормально! О, все с вами понятно, я уже убегаю. Весельчики какие-то попались. Так, там, надеюсь, никого нет? А что там бывает иногда? Какие-нибудь бандитусы сидят. Тут главное в аномалию не попасть. Так. Тихо, тихо. Тут вроде еще 4. 3. Кто еще остался? 2. Ну-ну-ну. Какое напряжение-то, а? Ну же, кто-нибудь еще остался. Я же знаю. Или это... Нет, на карте никто не отмечен. А что-то остались одни бандиты. Так, один остался. Вот сейчас будет самая напряженная дуэлька такая. О, он сам себя раскрыл. Давай, давай, где ты? Тихо, тихо.
Не молчи. Окей, что у вас тут и есть? Да, это вот все мне нужно. У тебя немец хренов. Ладно, давай сюда. Так, у тебя еда, еда, еда. Так, она до конца еды уже запастился. Еда, это вообще ничего нету. А у тебя? Что, просто послужили своему фюреру? Видный результат, ладно. Бежим. Сейчас я сохранюсь. И побежали тогда в этот ангар. Тут вроде точно уже бандитов не будет по дороге. Ну это по оригинальной игре, а по моду я не знаю как. Все, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Обычно кто-нибудь сидит. Но это уже потом. Да-да-да, я уже бегу. Там уже начали стрельбу. Так, так, ты. Мужик, сюда! Никакое. Какое настроение и стаканы вы. Ты вообще о чем? Давай быстрее, перезаряжай. Так, что там ящики? Ну хотя бы патроны какие-нибудь оставили. Помогите! Вообще не вижу. Так, приложил, походу, да, приложили. Ну куда ты пошел? Что за новички? Куда они пошли? Вы чё? Оставайтесь на местах. Вот я знаю, там кто-нибудь обойдет, обязательно обойдет кто-нибудь. По ангару. Давай, давай, я заметил его. Да, пристрелил. Вроде пострелил. Ну, кто там еще? Упс, я чуть своего не подбил. Ха-ха, повезло. Че, помогать тебе? Так. Мужик, сюда! Как-нибудь высечак. Че за дерево? Кто это? Кто сюда посадил это? Что-то новенькое. Так, а тут? А то я знаю, по оригинальной игре они любят так походить. Вот. Пожалуйста. Экземпляр очередной. Совсем уже, что ли? Все. Ну, 3 патрона осталось. Вообще патронов не осталось. Все? Молодцы, мужики. Да, выехали. Отлично. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Да, болтать. Вот да, стрелка. 2500 дал. За хвост собачий. А мне нужна аптечка для того, чтобы вылечить этого чела. Мужик, или по стаканчику сюда. Надо выпустить. Да, по стаканам. Ну как бы надо не я вылечил его, ну ладно. Чего ты не стал моим другом, эй? Я тут друзья собираю, ты не стал моим другом. Что, я зря опьянел, что ли? Так, они там все разбирают, надо быстрее всех. Это все мое. Так, так, тихо, тихо. Воу-воу-воу-воу, что это за поза? Мужики, это же зона, тут не для такого. О, сигарка. Шикарно кубинская. Это моё. А, ну гранату можете забрать себе. Да мы вообще не интересно. Может только испугать. Так. Ну, дробовик, понятно, что мне придется брать дробовик. Потому что. Блин, это даже немного поломан, это жалко. Все, что то оружие. Ну как бы патронов нет, к нему уже. Батон, бинт. Так, что у нас? Много чего, у меня даже телевизор есть. Ну, до бармена еще далеко. И вес у меня достаточно такой. Нормальный. Опьянел немного. Может быть, у вас тут торговец есть, а? Ну, кто-нибудь. Привет, братишка. Добрый мышка. Так. Ты набрал себе. Не-не-не, мне кажется, у меня... Как бы денег нет на всю эту покупку. А на Грапром я смогу попасть или как? Да уж. И там бандит, и я же пьяненький. И там бандит. Надо их выменить. Да-да-да-да-да, вот, правильно. Идите сами, у меня патронов больше нету. Может быть, что-нибудь тут осталось. А, вот патроны. Воу-воу-воу. Тут тайничок, оказывается. Разбивайся. Так. А надо не пойдут патроны? Да, у меня вообще нет их почти. На,
Ну, 7,5, что это такое? Ну ладно, а на ПМ-ку какие патроны? А, на ПМ-ку можно. О, это вообще не сломанная ПМ-ка, и вот и я ее буду. Буду забирать себе немца в зоне. Как это бандитусы. Шикарно. Ну прям Call of Duty какой-то. War. Или второй, или первый. Прям так заметают. Прям за секунду. Главное, чтобы меня не заменили. Так, того я замел. Нормально, он такими одиночными патронами стреляет. Так, тихо, тихо. Так, тут... О, там гранату кинули. Так, одного уже нет. Давай, давай, иди, иди, беги. Беги своим, спасай их. Вот тебе и побежал. Сразу застрелили. Так, ну кто, кто? Давай. Ну-ну-ну-ну, давай. Что ж ты не помираешь? Сдох? Сдох. Вот по-моему другой. Так, тогда. Зараза. Да, перезаряжу. Блин, он, они хотят под этот. Под ворота пострелять и попасть по моим ногам. Хитрецы какие. Что-то я застрял. Что-то не можешь перелезет через лес? Ну, молодец. Что я могу сказать? Ну я вижу же, вижу там. Все, убил вроде. Где ты еще хитрец? О, ты что, за дерево? Да что ж такое, они помирают. Что у них такие бронежилеты, что ли, сильные? У меня вообще аптечек никаких нет. Что мне их. Что мне делать? Поехавшие. Так, так. Отлично, что мне делать? Что вы мне предлагаете? Лучше бы аптечку я бы не использовал для этого бандита. Это, конечно, такое задание, но все равно, и чем мне делать сейчас? Здоровье вроде, конечно, восстанавливается, но у кого аптечки брать? И вряд ли у бандитов есть какая-нибудь аптечка. Если повезет, конечно, это будет очень хорошо. Да и у Сидора аптечек нету, вроде бы. Все, что ли? Закончились? Это что такое? Совсем уже с таким оружием ходить по зоне. Tower Star 21. Ну ты совсем зажрался. О. Ну ладно, тебе это все равно не понадобится. Так, что у нас тут? Видно нам сталкера. Ну не знаю, не знаю. Взять, не брать. Давай выложим. Это куртку и возьмем бензинам сталкера на всякий случай. Надеюсь, тут... Могу предложить навесное для разных стволов и работенку для желающих. Скоро буду на агропроме. Ё-моё, ты меня немного испугал, чувак. Как видели, я сразу убежал так. Так, патроны это мне нужны. Калаш, я надо пока не буду брать. У меня пока есть ПМ-ка. Что у вас? Ну, бандиты же. Ну, может быть... Так, надо бинт взять. Ну, конечно, еле устанавливается, да, по-моему, еда даже не восстанавливает здоровье. Вот, по-моему, так, пару процентов. Даже не буду брать патроны для этого, дробовиков. Мне нужна аптечка. Сладость. Сладкий батончик мне нужен. Так, мне нужна аптечка. Как я на агропроме буду драться без аптечки, вы о чем? Я не знаю, что делать. Не придется бежать тогда на агропром с этим с ПМ-кой наперевес. Без аптечки. Я не знаю, что делать. Будет что-то веселое, короче. Окей, я на агропроме. Сейчас будет небольшая битва, но это потом, так как у меня сейчас нет времени. С вами был Аквик. Это был Сталкер Обитель Зла. Подписывайтесь на канал. Всем пока.